Сегодня мы поговорим об очень интересной теме, которая интересует не только женщин, но и собак, потому что сегодняшняя тема будет мода для собак. И как раз для этой цели мы пригласили специалиста. Это художник-модельер из Эстонии Наталья Точеная, которая как раз делает очень интересные модели. Наталья, скажи, пожалуйста, дань моды это или какая-то прихоть хозяйки, или это необходимость одежды для собак? Как на твой взгляд, что это такое? В наше время, я думаю, что это, скорее всего, уже необходимость. Собачки стали очень диванными, избалованными, и, к сожалению, в наше время собачки стали, как сказать, очень реагировать на погоду. Все-таки я думаю, что это, скорее всего, необходимость, чем больше дань моде. Собачек нужно защищать от влияния погоды, от химикатов, которыми зимой посыпают. Это значит еще и обувь, да, необходима для собак? Обязательно. В наше время эти химикаты вредят собачкам, лапкам, и приходится изготавливать даже так же обувь. У тебя уже были клиенты, которые заказывали обувь? Да, да. И что удивительно, это были очень крупные породы собак, стаффорды и немецкие доги, а также еще афганская борзая. Очень интересно. Наташа, скажи, пожалуйста, а как все начиналось? С чего пришла вот идея заниматься именно этим видом искусства, одеждой для собак? Несколько лет назад ко мне обратилась клиентка, которую я шила человеческую одежду. У нее появился любимец, голая китайская хохлатая собачка. И стало необходимо одевать ее, и мы начали изготавливать для этой собачки. Это Фернандес, родом из Риги. Комбинезончики. Вот. Мне этот опыт показался очень интересным, и я стала дальше эту тему развивать. И сейчас у тебя уже, наверное, очень много клиентов. Да, да. На данный момент охвачена часть России, вплоть до Дальнего Востока, Латвия, Эстония, Финляндия, Германия. Клиенты из многих стран. Интересно. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, вообще откуда приходит вдохновение? Это, наверное, очень сложно придумать какую-то модель. Придумать несложно. Сложно подобрать правильно ткани. Ткани должны соответствовать требованиям. Они не должны пропускать воду. Должны быть удобны. И в то же время яркие и красивые. Вдохновение приходит только тогда, когда я вижу образцы ткани. И тогда уже начинаю подбирать фурнитуру. И вот в этот момент как раз вот созревает именно та модель, которая вот и подходит именно для этой ткани. Можно продемонстрировать на моей собаке. Ее зовут Рэйчел. Как раз она сейчас одета в одежду от Натальи Точеной. Это комбинезон. Расскажи, пожалуйста, какие материалы и чем они так привлекательны? Ну, привлекательны по внешнему виду, конечно. Они яркие. Они достаточно яркие, не пропускают воду. Достаточно мягкая. Собаке удобно. Вот собачке, я надеюсь, что ей удобно. Вот она бегала тут у нас. Ей понравилось. Ткань, по-моему, водоотталкивающая. 100% водоотталкивающая. Подкладочка шелковая, мягенькая, которая не натирает. Все швы закрыты. И как раз очень удобно в том плане, что шерсть не спутается, да, потому что шелковая подкладка. Вот, последняя тенденция такова, что клиенты желают, чтобы молния была на спинке. В этой модели это тоже используется. Также есть специальные затяжечки, которые подгоняют модель под нужный размер, скажем, плюс-минус один размер. Молния может быть как на спине, так и на животе. Молния может быть и на животике, и на спине могут быть кнопочки. Все это зависит от желания заказчика. А что самое главное в моде для собак? Функциональность и удобство. И ты какими-то, может быть, трендами пользуешься, какими-то новыми модными тенденциями, или это только все по желанию заказчика учитывается? Все только по желанию заказчика. Заказчик здесь царь и бог. Понял.
А Наталья, вот у тебя уже довольно богатая коллекция моды представлена. Одежда для собак очень красиво демонстрируется на показах мод. Расскажи, пожалуйста, а как можно попасть на этот показ мод и какие модели там принимают участие? Модели могут обращаться все породы. Показ мод мы проводим в рамках международной выставки клуба ЛКФ. Это проходит в конце октября в выставочном центре Сконта. Вы можете обратиться к Виктории, записаться на показ. Вот, и мы вас приглашаем. На этом показе мы демонстрируем новую коллекцию. Также вы можете прийти и приобрести понравившуюся модель. А также можно сделать заказ, да, если, например... Сделать индивидуальный заказ. Вот, это наше направление, именно индивидуальный подход к клиенту. Вот, и желательно, конечно, это побеспокоиться заранее. Наталья, а вот, например, если я увижу что-то прямо на показе такое уникальное, я могу, конечно, такую же модель повторить, да? Обязательно. И можно внести некоторые изменения, которые вам захочется сделать. Ну, индивидуальный подход к каждому клиенту. Что касается материалов, вот на зиму какие-то у тебя определенные, наверное, да? Очень много используется искусственный мех, а также водоотталкивающие ткани. И ткани с термообработкой, которые удерживают тепло внутри одежды. А вот, например, такие породы, которых нужно беречь шерсть от спутывания. Я знаю, что ты делаешь очень хорошую подкладку, чуть ли не шелковую, да, чтобы волосы оставались шелковистые и не спутывались. Я использую натуральный шелк. Это, наверное, модели все-таки получаются довольно-таки дорогие. А кто вообще у тебя, какой круг клиентов, из каких сфер? Ну, клиенты абсолютно разные. Есть клиенты с небольшим достатком в семье, есть богатые клиенты. Каждому клиенту индивидуальный подход и на любой кошелек. То есть можно абсолютно спокойно обращаться всем, не обязательно там каким-то очень богатым людям, а абсолютно любой человек, которому нравятся твои модели, он может найти что-нибудь оптимальное для своего кошелька. Да, да, да. Какие-то пожелания, может быть, у тебя есть? На что нужно обращать внимание, когда одеваешь собаку, вот клиентам именно? Ну, нужно обратить внимание на правильное снятие мерок. Если клиент снимает мерки сам, то у нас на сайте есть схема подробная, где вы можете посмотреть, в каком месте, какие мерки надо снимать. Мерки надо снимать вплотную по телу собачки. Дальше уже я в процессе работы добавляю на свободное облегание, чтобы собачке было удобно и комфортно двигаться. Угу. И выкройки ты делаешь специально, индивидуально под каждую собаку? Да, выкройка делается индивидуально, так как, скажем так, универсальные выкройки, вы можете купить одежду в магазине, для этого не надо идти к дизайнеру. Вот у нас именно такая специализация, что на каждую породу мы делаем выкройку отдельно, и в принципе собачки все это все равно разные, и идет подгонка конкретной собачки. Наталья, спасибо большое о этом интересном интервью, про какие-то нюансы моды для собак, это было очень интересно. Спасибо, что пригласили. Василий, я всегда буду рада помочь. Обращайтесь. И к тебе можно будет, конечно, обратиться, чтобы заказать одежду. Обязательно обращайтесь, желательно пораньше, до сезона, так как в сезон у нас большие очереди. Хорошо, мы к тебе обратимся, я не раз. Спасибо, Наташа.